Что играем только с баджером да баджером? Надо с чем-то другим. Всем привет, с вами Ништярик, и в Варфейсике поиграем мы сегодня с другим оружием. Ну, правда, за тот же класс, за инженера, все-таки это мой любимый. Начнем. Нашел я тут карту окраина, немножечко поздновато присоединился, ну, думаю, нормально все, сейчас громкость убавлю, чтобы меня лучше было слышно. Итак, счет 1-1, в принципе, все не так уж и плохо, не так уж и сильно я опоздал. Ладно. Так, ага. Вот наш союзник уже лишился жизни. И второй тоже. Да. Мы вся команда ежей против бога войны. И да, кстати, вот как вы могли заметить, у меня оружие АК-9 сталь. Мне его вот дали, когда там вчера что ли. Итак, кнопка, ага, вот. Кнопку лечь на всякий случай искал, а то мало ли. Да, походу не затащим в этой игре. Я сам не тащу, да и мои союзники вон уже слились. Я даже не знаю, что такое, что в такой ситуации делать. Меня сейчас где-то подкараулят и все. Так, у нас остались снайпер и штурмовик. Так, минус штурмовик. Снайпер где-то еще остался. Блин, против снайпера это опасненько. Это же снайпер. Опасный класс. Ну ладно. Меня союзники говорят на 2 ставить. Ну ладно. Бомба установлена. Задымим все. Ай, блин. Не заметил. Он, походу, мою мину сейчас палит. Сквозь дым-то. Будет на удачу стрелять. Ну, конечно. Блин, он меня подкараулил. Он знал, что я там. Ладно. Извращенец. Господи. Бомба обезврежена. Мы проиграли. Так, минуточку. Снимают, бомбу. Пишут. Постойте, я им не говорил, что я снимаю буду. Значит, тут кто-то еще есть, кто снимает Warface. Здесь минку атакуют. Поставим на всякий случай. А, уже спалился на радаре кто-то. Ну, хотя то, как я бегаю здесь, это слишком палевно. Да. Облажался. Черт. Да, против снапов сложновато. Блин. Мне эта АК-9 сталь не очень нравится, но достягу-то охота получить. Ладно, когда получу достягу, нужно мне снова возьму баджер. Все-таки мне этот баджер нравится больше. Сзади. Сзади. Ладно, я все равно уже не успевал давать инфу, поэтому. Защитите стратегические объекты. Так, нас, как видно, раскидывают как детей. То, что очень печально.
попробуем такую минку поставить, правда сильно палевно она стоит. Попробуем зарочить здесь, хотя не очень-то и хорошая идея. Да, сложновато против таких скиллов-то. Ну, может, не такие уж они и скиллы. Так, снайпер просто вражески всех уносит. Ага, замечен. Кто? А, снайпер, меня бомбит от них. Ладненько. Так, у чувака шлем магма. Значит, он восстанавливает под где-то по 3 очка здоровья после 2 секунд без получения урона. Так, ну вот, и походу ему недолго осталось, раз его местоположение уже вычислили. С под ствола взорвали его. Защитите стратегические объекты. Выцепил. Раунд начался. Так. Да, не затащим мы. Ага, на днёрочке, наверное. Походу это они, может, задымили как раз там все. Блин, я даже не знаю, какую гранату кидать. Опа, вот это удача. Стоп, не убивайте. Черт. О, наш союзничек затащил. Ничего, молодец. Да. Уже видно бегут. А мы снайпера тут-то подкараулили, как крыса. Поступили. Мы уничтожили отряд. Вот. Победа за вот нами. Другое дело. Крысы пишет. Чувак пишет крысы. А сам-то золотой лимон. Сами-то вон и снайпер тоже вон. А на радаре спалился. Пробовал такую гранатку кинуть. Фуловый. Просто фуловый. Минку поставим на всякий случай. Все. Все. Вот. Правда, походу мы начинаем выигрывать не из-за того, что я начинаю, скажем так, разгоняться, а баланс на нашей стороне. Ситуация. Так, мне кажется, лучше здесь не сидеть. Мне кажется, сзади могут обойти, где поезда. Так, ага, снайпера уже у них сняли, то радует. Потому что когда знаешь, что есть снап, это вообще страхово. Ага, давай. В башню даем. А, снял. Постойте. А, бомба. Они установили все-таки ее. Давай. Бомба обезвредена. Раздиффузили. Мы выиграли. Да. Установите бомбу возле. Последний раунд. Объекта. Ну, я через быструю игру пошел, потому что через стандарт искать бесполезно. Там нету окраин. Здесь изрочить, как я это люблю делать. Опа, уже потери пошли у нас в команде, а это не есть хорошо. А, снайпер, штурмовик, мне конец. Где ты? Мы уничтожили отряд врага.
перепутал. Ладно. Зато выиграли, какой был отрыв. Сначала увидели, когда присоединился, был счет 1-1. Потом дальше мы проигрывали и раз. 4-1. Да. Или уже до 5-1 дошли. И в конечном итоге все-таки выиграли. Вот что я называю удачей. Три компа у кого-то. Трагор. Ну да, да, конечно. Три компа у него. Так, со статой 2-0 сыграл. Убийств взрывами 1. И убийств в целом 8. Ну, ладно. Присоединился бы я пораньше, может, было бы даже лучше. Все. Выход. Вот с таким вот отрывом мы и выиграли наших соперников. Да, сначала как-то не шла игра, я шел в минус жесткий, так скажем, и мы уже без шансов начали проигрывать, но в конечном итоге все-таки баланс, считай, нас спас. Ну и мой скилл, конечно. Да. Ладно, шучу. Ну что ж, я на этом заканчиваю. С вами был Ништярик. Увидимся в новых видео.